Первоклассники – самые любознательные гости, признаются сотрудники госавтоинспекции. Ребята задавали много вопросов полицейским об их службе, о происшествиях и нарушениях на дорогах города. А вот на учащегося Видновской школы номер 7 Амира Гусейнова большое впечатление произвело даже само посещение здания ГИБДД. Здесь лес прям так красиво, и я удивился прям. И в зале мне говорили, что надо правила дорожного движения соблюдать. Не переходить на красный свет, не переходить железную дорогу. Инспекторы провели для мальчишек и девчонок небольшую экскурсию, во время которой рассказали о работе сотрудников различных подразделений госавтоинспекции. Детей яркое впечатление всегда остается, когда либо они общаются, допустим, с автомобилями, да, с сотрудниками полиции, когда можно на себя примерить, там, допустим, там каски, бронежилеты, там еще что-то. А сегодня мы сделали вот такую вот акцию, чтобы наши меньшие друзья показали свою службу, показали, чем они занимаются с нашими кинологами. Самой увлекательной частью мероприятия для первоклашек стало знакомство с двумя служебными собаками. Четвероногие помощники кинологов послушно выполняли команды опытных инструкторов, а потом справились и с контрольным заданием, во время которого нужно было найти, где спрятано взрывчатое вещество. Собаки, они очень умные. То, что вот эти собаки, они любят детей. А я сначала просто боялся их погладить. Или что-то еще сделать. И, конечно же, во время мероприятия сотрудники ГИБДД еще раз напомнили ребятам о правилах безопасного поведения на проезжей части. Надо переходить дорогу. Если зеленый свет загорелся, надо посмотреть направо и налево, и потом идти спокойно. Правила дорожного движения – это самое хорошее в жизни. Она много может кому пригодиться. Наши дети начинают рассказывать своим близким о том, что так делать нельзя, что жизнь дорога и что лучше подождать одну минутку, но перейти на зеленый свет светофора, чем перебегать дорогу. Также особое внимание было уделено использованию фликеров на одежде в темное время суток. Вот обратите внимание, у Жака, как я уже сказала, да, на нем, видите, специальная шлейка одета. На ней написано, во-первых, что он полицейский, а во-вторых, Жак какого цвета? Черный. В темноте, как вы думаете, его видно? Нет. Конечно, нет. А для того, чтобы обеспечить ему безопасность, видите, у него на вот этой жилеточке световозвращающий элемент. В завершении мероприятия ребятам были вручены световозвращающие браслеты, а школьники пообещали инспекторам быть предельно внимательными на дороге. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.